Я всегда был большим поклонником Владимира Кличко, еще с Олимпиады 96-го. Когда я еще тренировал Ленокса Льюиса, он как-то спросил меня, на кого мне обратить внимание в супертяжелом весе, кто в будущем станет для меня наибольшей опасностью. Я ответил ему, младший парнишка Кличко, тот, который выиграл золотую олимпийскую медаль. И когда Кличко проиграл бой Кори Сандерсу, Ленокс спросил меня, видел ли я тот бой пару недель назад, где младшего Кличко отправили в нокаут? Я ответил «да». Он спросил меня, и ты до сих пор чувствуешь, что он самый перспективный тяжеловес? Я ответил «да». Я всегда верил во Владимира, потому что понимаю обстоятельства, по которым он проиграл.